Всем привет! Сегодня нас занесло со стороны вулкана, но достаточно далеко мы его обошли. Смотрите, куда мы вышли. Тут какие-то рифы. Какая прелесть. Папа у нас все место для рыбалки ищет. Правда, днем. Но нам очень интересно посмотреть, что здесь творится. Смотрите, тут такие глыбы. Красивые. Сколько здесь мидий. Вот говорят, черные мидии, они съедобные, белые нет. Смотрите. Мы найдем мидии, как вы думаете? Детки, я хочу мидий черных. Вон они на скалах. Настя, не ходи по этим, а. Смотри, Серега, сколько тут черненьких. Они гладкие, наверное, да, камушки, аккуратно. Я найду черных, нет, ой, ой, как бы не упасть-то. Смотрите, они растут там. Смотрите, вот они. Мидии растут. Ой, маленькие, я чуть не упала. Вот она. Вот она, смотрите, черная мидия. Вот она считается съедобная. Ой, меня смыло. А где у вас сланцы-то? Вы куда пошли-то? А вон, смотрите, я хочу еще на тот риф попасть. Пойдемте на тот риф. Только надо ножки одеть. Так, у нас вещи там не смоет. Настя, тут камни скользкие, а ты ходишь босиком. Миди. Миди, это пустая. Это вот пустая. Так, тут какая-то тина, сюда не заходим. Смотрите. Какая-то типа грязь образовалась. Сюда не вставайте, нет, идите одевайте обувь, босиком так не ходите. Смотрите, тина в море, я такого никогда не видела. Смотрите, какие неинтересные камни, я таких вообще не видела. Какая тут прелесть. Тут змеи не вылезут. Вот это глыба. Настя, иди за тапками обратно аккуратненько. Мне ножки твои жалко, я вон туда сейчас пойду, на тот риф хочу прогуляться. И надо быть предельно аккуратным, чтобы не было тут никаких змей, никого. Нужно смотреть под ножки и понимать, что там находится под ногами. Ты куда пошел, да за крабами, что ли? Вон, смотри, это не чайка, а кто-то другая вон летает. Вон черненькая-черненькая такая птичка. Как-то они по-другому называются. Во-во-во-во-во, летит, летит, летит. Кто это, непонятно. Не знаю, видно вам, нет? Ты решил здесь искупаться? Мы обратно хотим там зайти. Вода очень теплая на Азовском море. Прям шикарная. Так, ребята, вы мне мидии набрали? Мидии набрали? А что кушать будем? Все, на рыбалку за мидиями. Вы что по этим камням? Они же скользкие. Нет, аккуратненько. Не пойду. Я вот хочу их набрать. Они закрыты или открытые вот эти? Пойдем ко мне сюда. Вот на, камешек красивый. Не достаю. А вон его туда. А что на вот это вот какая-то глина, грязь? Тут откуда она намылась-то? Не ходи по ней, не надо. Не ходи по ней, не надо. Я пошла мидии искать. Куда? Тут обриф у вас туда, да, можно. Смотрите. Смотрите, какая красота. Вот мы были вон там, вон за мысом. Видите, такой вот выход. А тут сейчас другой. Короче, ребята, я пришла мидии собирать вообще-то. Не лякай. Настя, не ходи по этой грязи. Непонятно, что там под ней. Кстати, я видела раки. Вон там, вон головы раков. Я не знаю, или кто-то их с собой принес. Или они тут водятся тоже. Так, и где они? Вот я недавно только видела, что они тут есть. Сейчас я их не вижу. Попрятались все. Во-во-во-во-во. Нашла, 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 нашла. Ты пустая или как? Это пустая.
Так, вот, одна есть. Сережа, держи. Смотрите, вот одна мидия. Забирай ее. Вторую ищу. Они так плотно приросли. Это пустая. Зачем нам в магазине покупать, да? Смотри, какая большая. Смотрите, побольше уже. На, держи. Вон, сложи куда-нибудь отдельно, потом сложим. Домой увезем. Ой. Настя, ножки не ломай здесь, не ходи по камушку. Скользкие. Еще и еще хочу, хочу, хочу. Как бы мне телефон-то не уронить сюда. Ладно, ребята, я буду мидии собирать. Всем пока-пока. Телефон придется убирать. Все. Выключаюсь.